10 утра. Это кафе очень любят пожилые люди почему-то. Старики садятся здесь и обсуждают вселенские проблемы. Вот сегодня женщины сидят сзади. Мужики, видно, спят еще. Пожилые болгары. Веет чем-то таким тихим, спокойным, безмятежным, умиротворяющим. Вкусный кофе очень. И такая обстановка простяцкая, без наворотов. И вот во всем этом чувствуется какое-то такое спокойствие. Я сюда иногда прихожу утром, потому что здесь, напротив, вот тут вот, вот на углу, продаются так называемые топли-закуски. Всякие разные булки. Болгары делают их очень умело из теста с сыром. Сырями. Вот эту вот штуку вот я купил. Вот эта штука называется бутер с кашкавал. Кашкавал — это сыр. Такой обычный в нашем понимании сыр. Ну да, такой теплая она. Я бы вам дал попробовать, но вы же все равно не попробуете. Теплая. До такой степени вкусно тесто с сыром внутри. Оно такое и жирноватое, и, ну, короче говоря, вкусно. А вот это тыквяник называется. Внутри тыква. Тыква очень вкусно. Слоеное тесто с тыквой. Это такое национальная еда. По утрам болгары едят именно вот это и запивают кислым молоком разнообразно. Множество разного кисело-мляка. Получается такая здоровая пища-то утром. Не булки такие, в основе сыр. Причем сыр у них такой сырены. Типа брынзы наши. Что-то в этом роде. Когда мы возвращаемся в Украину, то нам заказывают вот эти булки. Даже двухдневной давности они все равно очень вкусные. Ну, короче, надо попробовать. А вообще, болгарская жизнь непростая. В Евросоюзе они влачат жалкое существование в качестве второсортных представителей. Рынки утрачены. Привычные, традиционные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Советский Союз потреблял, вы же знаете. Всего этого нет давно. Сельское хозяйство не может конкурировать с западным, и все забито Турцией и постепенно хиреет. Так что Болгария хороша тем, что хороший климат и тихая, безмятежная, спокойная жизнь для нашего брата. Вчера разговаривал с одной девушкой, она из Одессы, живет здесь уже 12 лет.
говорит, что с каждым годом русских все больше, больше, больше и больше. Приезжают из России, из Украины, из крупных городов, снимают, покупают квартиры и все лето проводят здесь с семьей. Сначала приезжает одна часть семьи, забирает ребенка, привозят, говорит, там из какого-нибудь Петербурга полудохлого, зеленого, синего, никакого ребятенка. Потом сваты уезжают, бабушка с дедушкой, потом следующая бабушка с дедушкой, ребенок остается, потом родители молодые приезжают. И так 5-6 месяцев ребенок находится здесь в летнее время, с мая по сентябрь. И говорит, я вижу, как его приводят по приезду и каким он уезжает в конце лета. Красный, загорелый, с щеками, такой весь оздоровившийся. Действительно, хороший климат, хорошая пища. Помидоры в мою голову вкусные, необыкновенные. Мясо. Рыбный рынок, так прям не знаю. Вот такие креветки, не залитые льдом, как у нас. Рыба свежая, многообразная. Откуда она здесь берется, не знаю. Но очень большой рынок. Короче говоря, в Болгарии просто, недорого и приятно. Желаю вам удачи, хорошего дня.